Сегодня в Чехии открывается новый завод «Danaflex». В церемонии участвует Рустам Миниханов. Татарстанская компания, ведущий российский производитель гибкоупаковочных материалов с долей рынка 15%. Ее продукция экспортируется более чем в 10 стран мира. Более 17 тысяч выпускников 9 классов сдадут ГИА. Об этом сегодня сообщил глава Минобра Рафис Бурганов. Традиционно это 4 экзамена, из которых 2 на выбор. Популярными предметами среди них остаются обществознание и физика. Экзамены начнутся 27 мая. Рустам Миниханов сегодня вручил председателю Центрального духовного управления мусульман России Талгату Таджуддину орден Дуслык. Церемония прошла в Доме правительства. Высокая награда присуждена за значительный вклад в сохранение духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в республике.